Друзья, что может быть лучше, чем получать подарки? В преддверии Нового года мы решили узнать имя очередного счастливчика. Все очень просто. Нужно было посмотреть наш крайний влог, оставить комментарий под видео, правильно ответив на вопрос. Футболку с фамилией какого игрока чаще всего заказывают в нашем официальном фаншопе? И правильный ответ – Тайсон. Спасибо всем участникам за проявленную активность. А имя победителя мы узнаем прямо сейчас, и программа Random.org нам в помощь. Что, друзья, поехали? Победитель нашего розыгрыша – пользователь под никнеймом Артем Маршалин. Поздравляем победителя! Я напомню, что победитель нашего розыгрыша получит уникальную футболку с индивидуальным нанесением своего никнейма. Друзья, а вы смотрите наши влоги, участвуйте и выигрывайте!